Итак, всем привет, с вами Дом Кактус, и сегодня будет ответы на вопросы. Просто потому, что мне нечего делать, и я хочу просто снять ролик. Потому что я хочу. Ну так что, не будем тянуть кота за яйца. Погнали. Итак, как ты относишься к ситуации к СГО? Полное говно, зачем они это сделали? Не только вот ухудшили тем, кто не могут задонатить просто 1к. Это серьезно много. Или понижайте цену на Prime, или вообще его убираете. Ну и про, я про обновление, не про сам Prime. Как ты относишься к 1.17? Ну, первая часть выдалась очень ужасной, потому что они 75% контента перенесли на Новый год. Вопрос, зачем? Просто потому, что они не успевают. Их и нельзя было просто перенести все обнову, не просто какой-то огрызок оставить и все. Будешь ли пиарить свой Discord-сервер? Нет, хотя да, буду. Может быть и прямо сейчас. Когда выйдешь гулять? Что ты сделаешь на 300 подписчиков? Ну, наверное, стрим, не знаю. Это надо еще подумать. Итак, твой любимый мод на Friday Night Funkin'? Ну, наверное, трики мод, потому что там больше всего проработано. Любимый перс из оригинального Friday Night Funkin'? Или Пика, или Бойфренд. Выбирайте сами. Любимый перс из Madness Combat. Или тот же Трики, или Хэнк. Любимая карта в CSGO. Возможно, Мираж. Вернется ли Chill Place? Возможно, если вот я после этого видео прошу Мака и Василька, сделаем и ремастер. Будут ли летсплеи по Роблоксу? Кстати, хорошая идея. Может вернуться видео по Brawl Старсу. Скоро. Чипсы или сухарики? Чипсы, потому что они вкуснее и там больше вкусов. Итак, самый важный вопрос, который мне задавали очень-очень много. Где видео? Я знаю, где видео. В Карканде. Сделаю ролик, почему еще не бросил Соника. Мой главный ответ? Просто потому, что еще он не надоел мне. Бравл Старс, Бравл Старс.